лично одного троих загрузился. Активное заклинание. Так, что еще там? Мне страшно. Эльфийский охотник на ведьм. Так, устойчивый. Часовой. Так, ну мы будем его фокусить, наверное. Маны-то у меня нету, да? 40 армора, скорее всего, мы сейчас будем брать. Неуязвим, и он еще все еще может что-то делать. Так мне страшно. Молот бурь, давайте, ребят. Нажмите на левку. И он до сих пор бонус защиты. Броневая защита. Танк. Но ему плохо, он блюет. Но он все равно полез на это. Так, теперь очищаю веру. Побочных эффектов нету и... Ядрить, он жирный. Почти на фул снес. Грязь, грязямба. Так, хорошо. We're still doing this, right? 326, 124. А мы на этот... У нас... Полечит, наверное. Come on! Полечит, хрен знает, полечит ли. Не, ну полечит-то полечит. Аджи-даджи-то нам даст больше. Ага, ну ладно, хорошо, погнали. Опять же, неуязвим. Огонь. Ага, мы захилились. Хилинг дач. Фокусим эльфа. Так, это что, брат, подошли? Эльфийский охотник поверил. О боже, как больно. Значит, тут кормим Баттерса. И мы сами джитаджитсу давайте попробуем его добить. Давай под ногу. Ярость 87, блин, ну должен уже умереть. Атака хромает. Должен же умереть уже. Уже умереть. Давай, ну умирай, братан. Так, не забываем хилин тач. Да, типа, little buddy. Какая ты. И гасим. Да пожалуйста, скончайся. Сгори уже. Ой, я профейлил блок. Отлично, мы на контратаке ему нанесли урон. Приятно. Отлично. Сколько у тебя урона? 78. Изи. Забей, Баттерс, просто подевай. Я вызову это мистера Кима. Зачем? Он же одноразовый. Зачем мне тратить? He's over there. He's hurt bad. Good thing my medicine skills are plus four. We'll revive the wizard. You guys get upstairs. Окей. Мне нравится то, что... Доспехи лесного эльфа. Мне нравится то, что мой герой ничего не говорит, как Фриман. Помните, вчера только на готике про это говорили? Про, короче, невыразительного главного героя. Но вот здесь вот как раз таки он очень выразительно молчит, и скорее всего под конец, как этот. Как. Ох, судья, его там не было. А как в Джей Молчаливом Бобби просто в один прекрасный момент заговорит и расскажет всем, какие они олени. Спаси Кенни от изнасилия. Ключ от гаража Джимми. Ключ от гаража Джимми есть, хорошо. Господи, ну реально дерет там. Прыгает, господи, боже мой. Боже, ребята, это там вертикальный предел грязи. Просто вертикальный предел грязи. И че, это упало? Просто вертикальнейший предел грязи.
подожди. Что это за Джимми в городе? Хорош. А просто подняться ты не мог, да? Нажми на прыжок, чтобы пропустить. Уровень 5. Хорош. На как это блестяще. Блестяще. Так, идем к Картману. Сейчас мы будем драться, по идее, с боссом. Скорее всего. Фокси пока не хочет оживать. Can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Хорош. Can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got to be another way in this room. Хорош. Просто. Hey, let us up. Теперь ты напарник Кейна. The ladder's up here with me, and I'm sure as shit not coming down there. Окей, я понял, значит, надо очаровать. Управление, управление и F. Очаровывай. Сиськи богаты. Well, looky what we got here. I'm coming for you, baby. Oh, yeah. Oh, those are some big old bitties. Man, oh, man. Good job. Wild. Double D, buddy. Новое сообщение от пользователя Такен. Мой класс целитель, нельзя просто взять и поменять его на кузнеца. Картман. Ага. Не протився, очевидно, мы таким отпережденным кузнец, понимаешь? Вот смотрю на тебя и вижу кузнец, не пойму почему. Знаете, в чем шутка, ребята? Ребята, шутка в том, что кузнец по-английски это blacksmith. Боже мой, это такая прелесть. Ой, какая грязь. Просто грязь. Боже, он еще живет в этом Dark Meadows. Это просто грязь. Это просто грязище. За что они так? Мой fucking god, боже мой. Просто грязища. Малый эльфийский лук, 3 атаки. О, кстати. Не, он слабее, монгольский лучше. При использовании... Воу, при использовании лука с каждым ходом восстанавливается 20. Добавляет 6 брони, снижая урон от порта к противнику. Врагам атакующим ближним бойным. Слушайте, а давайте-ка поменяем на доспехи эльфа. У меня же друидского сета как бы как такового нету, я не получаю бонусы за то, что у меня все друидское. А доспехи эльфа лесного, это просто сказка. Так, изменить. Выкидываем эту штуку. Дальнобойные атаки, нашивка стрела, вау. Положить в инвентарь. Одеваем доспехи лесного эльфа. И изменяем их. И добавляем себе... Не то. А где моя новая нашибка хорошая? Судя по всему, ее нет. Взять с собой. А это была просто плохая нашивка. 5-1-0 при каждом ходу в бою. А какие у меня здесь другие нашивки? Воин ближнего боя, да, здесь нашивка? Да, здесь нашивка воин ближнего боя. А здесь нашивка есть из твоей цели. Слушайте, ну тогда давайте воин ближнего боя сюда. Изменим воин... вот эту нашивку. Атаки ближнего боя, ну, здесь больше, это фигня полная. Мне не надо. Способности. Да подождите вы, способности. О, у меня доступно обновление 2. Все, у меня появилось обрезание косой. Разрезает броню щиты врага, а также вызывает кровотечение в уязвимых местах. О, офигенная била. Только я на 6 уровне смогу раскидывать таланты. А, теперь мне дают по 2 левела. Увеличивает урон на все себе. А, ну тогда я делаю сейчас снаряды твои прощи, теперь отскакивает у такого твоего врага и прощает. Чем меньше от тебя зарет, тем... Слушайте, знаете, мне не нравится проща Давида, я все равно стрельбы. Хотя, наверное, потом я буду проща Давида. Ладно, хорошо. Левелим особые пока мы не трогаем. Особые пока не трогаем, а вот здесь просто левелим 4 уровень. И 5 уровень. Жидо-джитсу я просто видеть не буду. Так, все, мастери. Так, лезем на... Проща будет рикошетить Карл. Да это не по всем же.
Так, эльф. Сейчас взрываем его. Здесь можно так пролезть? Не-не-не, давайте взорвем эльфа сначала. Блин, он отошел. Сейчас подойдет обратно. Давай, иди сюда. Хорош. Изи, изи клатч. Перчатки эльфа. Хорош. Не, я не попал по нему. Ладно, давайте так. По-моему, он первый напал. Одного убил, а другой отравлен. Кенни из Кавайи, принцессу. Ой, что-то подозрение, что я сейчас... Сейчас я его просто разнесу. Да. В огонь Фусрадужа. Ну да, сейчас, подожди. Сейчас все будет, не переживай. Так. А только сейчас то нечего уже. Победа за все. А, я с крысками подрался, я понял. За это опыт не дают. А вот за красивое убийство дают, я понял. Ага, понятно, мы сломали штуку у Джимми. Сейчас, подождите, дайте мне крыса бутать. Кенни из Кавайи. Да? Ой-ой-ой, давай-ка иди сюда. Пока сначала надо сломать. А теперь взорвать. Перчатки снял. Да, я только что не снял, а еще вынужден буду одеть. Господи, вот этот звук. Все, падаем вниз. Так, что за фигня? Fuck my life. Придется здесь падать. Просто спрыг на голову. Открыл дверь. Бар тут. You've nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can. Сумку полутал? King. Нет. Step forward now and fulfill your Step forward now and fulfill your Step forward now and fulfill your Что, да, ребята, рассказывали Саше, как Саша плохо шутит, да? Step forward now and fulfill your Step forward now and fulfill your Господи, это так грязно, что просто... Step forward now and fulfill your Step forward now and fulfill your destiny! You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine. You want to throw down, brah? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, bard. Окей. Я с Кенни. Песенка дудочника Крысолова. Вау, 1620 здоровья. Три. Set him up and knock him down. Так. Ну, заодно посмотрим, какие обилки. Так, во-первых, пробуем. Так, разрезает броню и щиты врага, также вызывает кровотечение в уязвимых местах. Я не могу добраться до этой штуки. Окей. Врача Давида могу добраться. АД, а потом АД. Неуязвим. Атака хромает. Ой, какая прелесть. Так, теперь я не знаю, что тут за штука. Вот это, которая... Твоя красота очаровывает фауну и натравливает ее на врагов. Жми А и Д как можно чаще. Пушистые друзья. Бахся от них. Во, молодец. Вау! Колыбельная. Проснулся. А это сразу заснуло. Так, 175 было в прошлый раз. А, не-не-не-не-не, стоять. Я хотел подрезать армор. Хотел подрезать способности подрезания армора. Нажми на левую кнопку мыши, когда твой нож для обрезания начнет мигать. Ой, армор слил и кровотечение. Это будет величайший концерт.
И он надел тряпочку. Я знаю, что он поет. Я знаю, что он поет, ребят. Перчатки так и не надел. Ребят, я знаю, что он поет. Он в сериале пел эту песню. Я даже знаю, какая сейчас анимация будет. Просто... даже... Я не успел задамажить. Он сейчас... 38. Ну, урона я тащу, будь здоров. Кенни все спит. О, сбили ему с каст. Коричневой ноты нет, вот он. Ой! Бонус к мане. У меня маны очень много. Слишком много маны. Ману я потерял. Больше у меня маны нет. А, нет, подожди, это моя мана. Она кончилась. Кенни должен меня залечить. Это я себя должен залечить. Нет, давай. Не, почему я тогда себя еще и полечу? Вот, целительный хороший. Эликсир маны. 7 тычков маны. Не, давай себя лечить. Использовать для себя. И стрельба. Так. Я, кстати, могу позвать хиллера сейчас. Само очарование. Прикинь, да не надо. Так, задамажим. Не дамажит, тоже будет здоров. Да. Он бегает так где. Мне надо его кровотечение и огонь. Хат-хат-хат-хат-хат. Пропускает атаки. Кенни изи засыпает сразу. Опадлился. Тикнул. Кенни радуется вот так вот. The stick is ours! Yay! Так, опыт 74. Деньги, косты, слабости. Эликсир маны. Не, остаться здесь. Okay, but hurry up. This inn is no longer safe for our kind. One ring. Так, ты мне дашь подойти к Ещу? К Ещу дай подойти. Ready to leave, Sir Douchebag? Okay, but hurry up. This inn is no longer safe for our kind. Окей. Так, не надо говорить. Мне надо открыть. Поменяешь? О, открыть. Эликсир силы, изи. Find his running shoes. Death skating. Шапочка лесного эльфа. О, у меня вообще шапочка лесного эльфа есть. Так, значит, мне надо как-то попасть к тому сундуку, да? У него колечко есть. Колечко есть. А как, подожди, может, я могу этим воспользоваться как-то? Не, никак не могу воспользоваться. Подожди, я его и залутал, этот сундук. Чё это плюс? Так, все, отправляемся в Купу Кип. Нет, ну сначала мы лезем. Во-первых, кастрица при идеальной атаке понижает атаку производимой целью. Изи снимаем ошметок. Нет. Положите на это. Изи меняем на костыль слабости. Взять с собой. И в него запуливаем. При блокировке отражается на больше на 10 больше урона. Атаках оружием. Очки мощи. Ну пусть будет, кстати, очки мощи. Сойдет. Взять с собой. Изи. Так, теперь мы меняем шапку друида. Венец друида на шапку эльфа. Один броня снижает урон. Добавляет один броня снижает урон от атак противника. Получи 1 очков при лучной атаке. Слушайте, а хреновая шапка-то эльфа. Один брони снижает урон атаки. То есть один армора на шапке эльфа, один армора.
Избил инвалида, отобрал костыль. А на этой два армора. Хотя, получая одну очку при помощи лучной той мощи на каждом, при каждом ходе на улице. Мощь при природе, регенерация. Ладно, пусть будет эльфийский сет. Забьем. Изменяем. Положить в инвентарь. Назад. Одеваем шапочку лесного эльфа. Изменяем ее и вешаем нанесение огненного урона. Взять с собой. И перчи у нас новые лесного эльфа. Добавляет 3 брони, снижая урон от атак противника. Атаки дально наносят дополнительный урон. Дальнобойный воин. Нет, походу есть. Походу есть сет. Нет, походу нет. Хрен его знает. Достаем эту штуку. И положить в инвентарь. Назад. Надеваем перчатки эльфа. Изменяем их. Прикажет. И взять с собой. Изи. Так, все, у меня сет эльфа. Дальнобойный воин, как я понял. Изи, изи я эльф. Изи я эльф с монгольским луком. Находки. Так, способности. Ничего нового у меня здесь нету. Мой класс целитель, т-т-т-т-т-т-т, 9-й левел. Здесь в купу кип. Ready to leave, sir douchebag? Где ты видел бородатого эльфа? Я еврей-эльф. Я эльф-еврей. The stick of truth is back where it belongs. Палка истины вернулась обратно к своим владельцам. Great job, man. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the great battle of the giggling donkey, I hereby make you an official member of the kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. KKK, добро пожаловать в KKK. It's getting late. The grand wizard needs to go night-night. Okay, mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home, too. Все пошли домой. Задание выполнено, Барт. Так, а Тимми отвезет меня? Нет, Тимми спать пошел. Новое задание уже поздно. Rock of Insanity. Вернись домой, новое задание. Зайдем в Картману. Какая-то Кукуксклан, да, я тоже в шоке. Нельзя к Картману. И делдаки нельзя потрогать. Зато можно остановить что-то. Так. Где я живу-то? Ну, как далеко я от Картмана живу? А, все, твой дом. Изи, я сосед Картмана. Сточи. Сточи это Баттерс. А, вот Картман, вот Баттерс, вот мой дом. Я сосед Баттерса, а не Картмана. Мама, I'm home. Курсы каллиграфии Кентукки. Well, there he is. You make any new friends, sweetheart? Да. Nothing to say, huh? What a surprise. It's late, sweetie. Go on up to bed, and I'll be there to say goodnight. Чувствую, сейчас какая-то грязища будет. Чувствую просто, что не то. Я знаю, что сейчас будет. Я знаю, что сейчас будет. Я сейчас... Мой предикшн. Мой предикшн следующий. Я сейчас постелюсь, лягу спать, придет матушка и спросит, как ты провел день, сынок? Я скажу, а я начну просто разговаривать адским таким... О, отвертка. Кусок тряпки. Дом можно родной полутать. Скорее всего, он начнет разговаривать и расскажет, что люди, с которыми он познакомился, полные уроды, надо валить отсюда. Не читай чат. Чат. Нет, ты не знаешь. Нет, ты не знаешь. Хорошо, я понял. Если я все подключал еще с утра. Не, я не буду, не читаю чат, не читаю. Блин, я хочу увидеть. Так, все, пойдем спатеньки. Вызовем кроватку. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town.
боже, это же в первой серии было ли? Было. Картмана похитили и установили ему анальный зонд. Ага, а если по какой причине мы переехали? Господи, боже мой. Если у тебя мало опыта, ты не сможешь использовать некоторые RG-костюмы, а вот аксессуары, я понял. Включать саб. Это Картмана тоже. Господи, боже мой. Вот это грязь. Так, надо жать АД. Сожми сундук. Господи, какая прелесть. Черный, блин. Теперь черный, какая грязь. Теперь черный, господи, как это невозможно? Is this your first time getting probed? Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. Господи, боже мой! Зато у нас нету. Hey, you broke free, kid. You have an incredible control of your asshole. Get me loose too. Господи. Господи, боже мой. Это просто жесть, короче. Где силовое поле? Здесь ты можешь использовать свой новый инопланетный дрон для телепортации. Wow, look at that! You must have broke off part of the probe and now you can control it with your sphincter muscles. Pretty cool. Ага, вот эти штуки. Вот эти штуки, которые я видел, это для телепортации. Ага, я понял, я могу посадиться где хочу. You're surrounded by some kind of force field. Go find a way to shut it off. When you break me free, I can show you how to get off the ship. Так, я открыл какую-то штуку. Скорее всего, вот эти штуки. Господи, они как головастики выглядят. Раздавленный глаз. Шлем пришельца 4-й левел. Так. Понятно. Господи, боже мой, это даже включать не хочется. Так, попробую. Нет, не то. Хочу сначала вот эту штуку убить. Не надо ее убивать. Так, сейчас. Ее надо отключить. Так, господи, вот же панель. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Или я могу. Я могу, подождите. Попробую телепортироваться внутрь. Так, значит, беру, выбираю телепортатор. Не, сюда не могу, силовая пуля. Пуля. Своей штуки я могу оказаться. Может, там еще одну виситочку? Я его просто не заметил? Не, не висит. Может, я сюда могу уйти? Ага, я просто сюда могу спуститься. Вот свой один. Ага. Так. Так, так. Зрение и слух усиливаются. Одежда для для сна пижамка. Эльфийская, все одеваю. Шлем пришельца, оружие на все на 10%. О! Слушайте. Вообще эта штука, по-моему, шлем пришельца жестче. Ладно, я потом разберу. Найди пункт управления.
Так, у меня есть эта штука, которая позволяет мне телепортироваться внутрь. Могу где угодно заспавниться. Кто-нибудь заспавнил. Так, они первые не пропали. Фак. Му-му! Щит рефрактор, надежная защита. Надежная защита. Ой, какая боль. Так, давай-ка ожидать обрезание косой. Как прелесть. А я должен был нажимать штуку. Так, я что-то, по-моему, слился, ребят. Оглушен. Не, ну они меня... Космический рефрактор. У меня бонус просто не сейчас. Ух, продолжить. Окей. Чуть мне неохота на них нападать. Что за дела вообще? Окей, сейчас будет жестко. Вот они меня и убивают уже. Так, хорошо. Сбиваемся снова. Сохраняем замес. Сохранить игру. Предположим, что нам сюда надо чуть-чуть попозже. Сначала надо спасти кого-то из своих. Вообще там Картман, поэтому Картман может помочь. Где-то был. Hello, is this recording? If you are hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Oh god, they're coming. Why am I standing here making an audio log? I don't have time for this. Leave me alone! Okay. Здесь пока плохо. Просто пасхалочка. Лев кабель. О, кстати. Одного убило. Мелочи приятно. Теперь будет один в один? Это же халява. Нет, будет два в один. Му-му! Так, ладно. Хорошо. Так, способности. Нажми левую кнопку мыши, когда туннель начнет мигать. Будем убивать этого, потому что я вижу лучше. Кровотечение. Космическое лекарство. Космическое лекарство номер два. Так, монгольский рук. Здесь его, скорее всего, у него нету никакого армора. Да, изи. Способности. Изи. Изи, когда одна изи. Отлично. Хотел бы себе такой телепортатор? Нет, нет, нет. Плохой телепортатор. Оружие инопланетный лазер. Космические деньги. Сейчас, секунду, ребят. Так, здесь у них аларм. Oh, hey, there you are. Oh yeah, yep, that's the Lambda containment block. Take that elevator next to you. Как вас зовут? Your asshole should interface with it. Используем планету, чтобы активировать голубые панели безопасности. О, господи, какая прелесть. Окей. Great, you're in. You're
looking for a security console. Should be one above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor. Yeah, I know this stuff. Can't remember which one you want, though. Been a while since I did this. Так, здесь... Пол записи от записи бомжа, погнали. Милиция... Day two. So hungry. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying, useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive. Истерическая хрень. Так, что они здесь делают? Скрывают эти штуки. Он пока горит. Ошибка 404. Я подойду к этому. Так. Здесь пройдем так. Слабенько. Интересно, а как они отравляются маничарами? Изи. Изи отравлено. Гасим. Отравили. Так, он еще пока даже ничего не сделал, поэтому давайте, поскольку я первый напал, давайте просто я успею выстрелить, и от этого будет куча профита, скорее всего. Очень плохо. Очень плохо. Так, здесь, кстати. Это мы что сделали? И что это мне дало? Ничего. О. Day four. I've looked everywhere, but I can't find anything to eat. Or a clue to get me off the ship. Just more audio logs. They're everywhere. For some reason, I listened to every minute of every one of them, thinking there'd be some useful information, but it's like they're just filler. Useless filler. They're filler that's driving me to madness. Okay. Oh, God. Oh, God, I got an itch. Oh, God, that is the worst. Oh. Oh. Так, здесь ничего не делается, пойдем обратно. Ой, как больно. Так, я не достаю, да? Подождите, может быть что-нибудь здесь? Лазер и шмот пришельцев. Да, шмот пришельцев чуть попозже. Подожди. Так, давай попробуем, может здесь пройти, может быть, нельзя. Штуки двигаются, вот это все объясняет. Господи.
Да, вот здесь это можно. Показывает у меня пальцы. О, что здесь? О, видите, да, там. Вот это прелесть. Изи. Му-му. Изи. Му-му-му. Изи. Изи. Интересно, лазер пришельцев жестче? Так, а куда я пройти могу? Great, you're there. See if you can free me from that console. Probably not, though. It's incredibly advanced alien technology. No way some kid could work it. Day 7. Okay, I did find one audio log that was mildly amusing. A woman trapped on this ship left an audio log about some papers she had left in an alien cabinet, and she told me the code was 776. That was kind of cool because I didn't know the code before that. Though when I opened the cabinet, there was only some kind of power-up I didn't really need. Okay. Power-up, который мне был не нужен. Score! Aliens hate electricity! Энергопланет. There! I think it's... Oh, no, no, that's all that killed! What's the back? What's the back? What's the back? А красное-зеленое, красное-зеленое. Keep going, I think you're onto something. Я понял, когда я буду ошибаться, его будет брать. Красное, зеленое, зеленое. I knew I could trust you. Keep it up. I'm still stuck. Better try the other console. Так давай, подожди, стой, стой, стой. Come on, come on, please. You're gonna have to find another way. Господи, какая грязь. Боже, какая грязь, зачем вы это делаете? Это не, я не могу. Просто ад. Ад, ребята, ад. Кромешный и бездонный ад. Значит, здесь эта штука... Ну, давайте сохранимся. Так, а почему я не могу успеть туда прилететь? Типа я как-то странно очень. Okay, let's try the other console. God, I hope this works. А, ну, подожди, стой. А это что делает? Нижнюю перебивает. Не, нижнюю обратно вернет. То мы залутали. Стой, вернись. Вернись обратно. Эксерсера. Так, что у нас здесь? Кто-то мутант. Так. Сейчас, секунду. О. Ну, ничего, наверное. Ничего не понимаю. Эти как братья-пилоты. Так, инопланетный зонд. О. Не понял, почему я сюда могу упасть. Так, это та штука, которая нам нужна. Подождите, а почему... А, господи, я не могу сюда упасть. А почему? Так, вот этот консоль, что мне давала. Ничего, здесь просто ничего нет. А, нет, давала, лол. Изи. Нет. Так, космические деньги. Так, красная, зеленая, красная, зеленая. Так, красная, зеленая, красная, зеленая, зеленая. Все было правильно. Что?
Че, серьезно? Я должен... Как их одновременно нажимать? Что специально они сделают? Ни один человек в своем рассудке не наберет это правильно. Какого черта? На что я обрекаю человека? Прости, Рэнди. Прости, родной. Прости, родной, сейчас. Да ладно, я должен это смочь. Да что, серьезно, что ли? У тебя же две мышки. Что? Что? Я и что, вы дружите меня? Я серьезно это каким-то макаром должен запомнить? Да это невозможно, стой. Зеленый, зеленый. А вот зеленый, зеленый я смогу. Понятно, здесь его обязательно, я понял. Okay, that one doesn't work either. Head back towards the elevator. Я понял, все, я понял, в чем фишка. Я просто реально не могу это сделать. Remember to use electricity. Надо хотя бы по двоим попасть. Так, а если я... О! О, изи! Так, ну а этого... Ай, стой. Что, он первый ударил, он гад. Ой, а нет, я первый поставил. Пришелец начальник охраны. 519 очков здоровья. Изи. Дэн. Пожар стошнило. Бедный пришелец. Ты слабый, просто слабый. Ты хотя бы забронировался. Вообще очень просто. Очень просто. Очень плохая музыка. Перчатки пришельцев сами убрали. Так. Force field's done. Так, подожди, так мне надо сюда. Так, подождите, а что за... Стой, не хочу туда. Great, you made it! Okay, use this panel here and we can all go home! Конец. Все, поиграно. Упадет на зонт оружия. Ага, понятно. Елдисиму мне дали. Прикольно. Когда приложение готики? Непонятно, может быть через неделю, может быть больше. Так. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Ох, какой я буду завтра. Окей. Ой, я пропустил. Так. Господи, вот этот звук. Желтая, синяя. Желтая, синяя. Ой. Желтая, синяя, желтая, зеленая, красная.
you did it! Thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Until we meet again! Until we meet again? Okay, хорошо. Собери энергокристалл. О, иди. Задача. Зайди в рубку НЛО. Мы же там были, да? Так, это оно, рубка НЛО? Да, рубка НЛО. Так, теперь мне надо переключиться на управляку. Или не надо, или не знаю. Да, походу надо. В люк сходи. Да, мне тоже кажется, что в люк надо сходить. Стой вниз, иди под пол. Success! I found something that looks to be food. It's some sort of green fluorescent goo. I'm gonna have to try and eat some. It's not so bad. It's tangy and nutty. Would probably go well with a... Hey, what's happening to me? What's this? Ай, сама не скребу, лучка бегона! Говорит по-немецки. Ай, что? Господи, это нет. Бродяга, верящих пришельцев. Окей. Так, джиу-джитсу. Только два армора потерял. Нет, не два армора. 38. Нет, еще надо джиу-джитсу. Господи, он реально по-немецки. Какая грязища, господи, боже мой. Что же делать с собой? Так, предметы. Пока маленький пирожок используем для себя. Ну и полетели тройную атаку, монгольский лук. Хотя, может быть, и монгольский, кто его знает. Левый или правый, я не знаю, но это какой-то левый. Альнишуле. Костыль слабости, способности. Попробую прощу Давида. Что-то там Deutschland. Шапочка из фольги. Снаряжение. Деньги, целебный эликсир, разбитая бутылка. Шапочка из фольги. Так, окей. Это явно был босс. У Лука есть сильная атака, проверь как-нибудь, а мы уже проверяли. Так, ладно, смотрим. Инопланетный зонд. Противника пробивает 20 брони противника. Ух. Это точно лучше, чем то, что есть у меня. Инопланетный зонд взять с собой. Выглядит как елдак, пробивает 20 брони противника. Хорошо. Добавляет 15 шок при идеальной атаке. 15 шокового урона при идеальной атаке. А там шокового урона. Высасывает до 25 из целей истекающих брошюра по саентологии. Брошюра по саентологии, жесть. Господи, это такое просто издевательство над верующими в Хаббарда. Просто высасывает до 25 единиц здоровья из целей истекающих кровью, боже. Это такое издевательство открытое, они просто плюют людям в лицо, просто ни за что, людям, которые не сделали им ничего, они просто плюнули и размазали, это просто ужасно. Бери урон шоком. На самом деле я практически не юзаю
взять с собой. Я, возможно, урон шоком в лук поставлю сейчас. Значит, новый бластер. Бластер 4-го. Одна атака по 87 плюс 30. Урон по всему вражескому чату. Вау. Плюс 30 урон. То есть у него... У меня здесь 43 под 3 и вот такая штука по 20. Он очень крутой. А здесь вот инопланетный лазер, который бьет весь ряд. Весь ряд это... Саентологи это секта и вообще не люди. Господи. Так, ладно, хорошо, давайте тогда пока не будем этот брать лазер. Мне он не очень нравится. А вот 20 тошнотворных при идеальной атаке это... Прикольно, но я, наверное, возьму все-таки 20-15 шокового. Посмотрим, может быть, это лучше. 20 тошнотворного, а здесь 15 шокового. Я не знаю, может быть, просто шоковый это лучше, он станет, я не знаю. Просто мне кажется, что 5-го 15 и 4-го 20, скорее всего, просто шоковый лучше. Хотя у меня там есть талант на огненный урон. А, так у меня огненный урон все равно будет. Так, теперь армор. Шапочка из фольги. Добавляет 6 брони, снижая урон атак противника. Минус 25 урона от инопланетян. Забавно, но... Оружие наносит больше урона. Это сказка. 10% дамаги. Это... Это жара. Значит, и что у нас? Костюм пришельца. Который получаете щит. Офигеть! Получая 1 очков мощи при блокировке атаки. Блокировки. Ну, слушай. Нет. Я одену костюм пришельца, потому что костюм пришельца... А, подожди. При использовании лука с каждым ходом становится 20. Добавляется 8 рез, снижает урон атак. Дальнобойные атаки носит... Блин, не-не-не-не-не-не-не. Получая щит, который блокирует 2 удара в начале боя. Блин, вообще это сильная штука. Вообще это штука крутая. Не, ну не хочу пока переключаться. Преимущество неявное, скажем так. Шлем, вот шлем, шапка. Шапка, шлем пришельца просто лучше, чем шапка эльфа. Так что шлем пришельца я заменю. Положить в инвентарь. Шлем пришельца изменить. Здесь... Атаки оружием ближнего боя, но снизить больше. Все время снижая урон от атак. Инопланетная добавляет 7 единиц брони. Ой, жара. 7 единиц брони это жесткая штука. Это же линейное уменьшение, правильно? Да. О, хорош. Пока так. 18 армора. Очень приятно. Теперь я сел до комплект. 2 атаки, Карл. Да, это... Нет, 2 атаки это круто, но там же просто урон... У меня лук с 3 атаками, а там урон плюс 5 к луку, и получается, что там плюс тройной бонус, это такая боль. Светящаяся слизь, доступно обновление. Это что? Способности. О! Увеличивает урон на 7 образованиях. Вот это супер вообще обило. Купить. Здесь пока не так. Рука. С бластерами. Пришелец пилот. Щиты на перевес. Вот эта штука заюшенная. Ой, боль. Значит, хорошо. Я хочу посмотреть, какие у вас пришелец-пилот, пришелец-второй пилот. Окей. Инопланетная защитная матрица. Воу. Так. Ее надо фокусить. Фокусить ее, наверное, надо просто луком.
Жалко, что у меня W нету. Маны нет. А, нет, подожди, стой. У меня же есть мана. Предметы. Эликсир маны. 70 очков. Я не знаю, сколько это. 70 очков. Бурито с острым перцем ударить тебя суперлончим газом. Увеличить запас маны до 70 очков. Острые крылышки. Окей, использовать. Использовать на себя 70 маны. Ага, и окей. Теперь монгольский лук. Три атаки. Левая кнопка и W. Неуязвим, лол. Ух, ё. Бонус в защите. Я чё-то не прав совершенно. Бонус в защите. Может, я не то делаю? Защитная матрица умерла с первого. Пожарь. Окей. Предметы. Целебный эликсир, большая порция. Пирожок на 60. Сразу юзаем на себя. Способности. Понравилось проще Давида. Неуязвим. Атака хромает, хорошо. Так, 360. О, тебя. Это знаешь, от проще Давида что-то дамажит, вообще просто будет здоров. Зон доставляет. 14. Да, изи. Бонус к атаке. Хромает способность. Так, сначала отъедаемся. Горим. Assassin is on fire. Ну и монгольским луком изи. Левой кнопкой просто снести. Да. Вручную бей фалосом. Бонус атаки в X2. Опять сама наводяшка. Блокирую, не хочу. Очень больно. Но тут уже он ничего не может. Слабый. Карзинка, сами его принесу. Изи. Изи. Пизи лимон сквизи. Кивай до сих пор мертв? Да, бро. Сейчас я стюардесса. Сейчас я зачекирую, бро. Мне выпал делик на 100 FPS. Карацоли, братан. Карацоли. Вы мне скажите, ребята, заметно стало, что качество трансляции улучшилось или нет? Или незаметно? Видимо, незаметно. Очень жаль. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Качество, качество. Get everyone moving. Что ты сделал? Мне теперь. We've got another UFO crash. 8 кбпс слегка. Раньше было 3 кбпс, а теперь 8 кбпс. Интернет новый, да? Не слышу, игра громкая. Господи, что это за жалобы? Жалобы, игра громкая, у слабака. Новому крипе. Похищение инопланетянами. Это можно складировать все. Да нафиг инвентарь бесконечный, как в лучший год. Мой друг, мистер Марш. Ну что, спасибо, что поиграл с нами вчера. Так было здорово, может быть, поиграешь сегодня с нами еще пользоваться Тони токены Крейг, нравится это. Еще раз спасибо, что вызвали меня отсюда. Я просил их остановиться, но, похоже, я через чувство вежлив. Слушай, в коридоре справа от комнаты, в которой нас запили, если нам не надо отсюда выбраться, на кого я его сломал, когда в последний раз им пользовался. Потому что тебе придется. Жопа в огне 2 вышел, пацаны. В него вбухали 250 миллионов, должно быть круто. Понятно.
А родителям насрать то, что ребенок их шарахается с елдаком. А ладно, простите, это анальный зонт. Я как маленький. Так, какие у нас задания? Журнал. Член охотно крутит Тимми Экспресс. Ну, давайте тогда обратимся. Скорее всего, когда я выйду, ко мне прибегут пацаны. Да. О, мой бог! Они вышли из ниоткуда! There was a huge earthquake and then there was burning in my yard. Didn't you hear about it? It's all over the news. Here, look. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, Midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick. And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the drow elves once and for all! Fucking cheaters. Окей. Письмо Готам, элемент задачи. Найди новых союзников. Письмо Готам? Окей. Письмо Готам. Ладно. Завербуй Готов. Роблица скинь. На тебе кинь елдаком. Ты же хотел этого. Так, смотрим на карту. Мы находимся здесь. Задание с готами, скорее всего, в школу они тусят. Во всем случае, по мультфильму они тусили там. Да, завербуй готов. Хорошо. Идем к ближайшему пункту Тимми. Так, а тем временем сохраняем игру. Проверю, заработал ли Кивас. От Селланта залетел 30 шок. Спасибо большое, Селлант, за поддержку через сервис Good Game. Спасибо, бро. Принято, принято. Так, здесь... Кивас надо обновлять несколько раз. Обновлять несколько раз? Я постараюсь, ребят. Попробуйте позднее. Да Кивас вечно тупанет. Просто Киваса хлебом не корми, дай побесить. Между прочим, на Кивас там плотно прилетело. Судя по тому, что в СМС написано. Ну, страницу с Кивасом. Ладно, я постараюсь держать руку на пульсе и еще обновлять Кивас. Сори, ребята, что сейчас пока зачекировать не могу, но вот такие вот штуки загогулины. Кстати, в обмане я вообще не чекаю, как свинья. Привет, как ты? Если, ребята, хотите сейчас как раз-таки самый момент, чтобы быстро сбегать за чайком, потому что у нас буквально технический перерыв минутку. Я просто зачекирую поддержку. Ультимейты попробую напарников. А, все, 6-й левел у меня есть. Теперь, ребята, могу я, собственно, ультимейты видеть, да? У них. Ну да. Судя по всему, это был анлок на моем. А я тем временем быстренько авкну. Буквально на полсекундочки. Минута, ребята. Через минуту продолжаем. Бум-бум-бум-бум.
Врум, 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 врум. Так, что тут у нас? Тушка, тушка, не приставай. Нам, кстати, пароль 776 так никуда и не пригодился. Видимо, эти штуки реально были трешаком ненужным. Сообщение. Блин, это не сюда. Вот сюда. Во. Так. Уважаемые. Тебя слышно громко слишком. Чуваки говорят, что меня тихо слышно, что меня громко слышно. Вы определитесь, пожалуйста, уважаемые. Вот вопрос сейчас, меня слышно нормально или как? Реально, что за фигня? Так, погнали дальше, уважаемые. Так, здесь Тимми Экспресс. Тимми работает. Блин, это так офигенно сделано, что просто у меня... Так, едем в школу. Да тихо, тихо, игра орёт. Игра громковата, хорошо. Так. Вот. Сейчас, ребят, игра как? 30 мая? Нет, не обещал. Только зажал, а то это не анальный зонд, а по тебе же детки смотрят. Настало время... Нет, понимаешь, все справедливо, семинарист. Я легко могу это объяснить. Настало время, чтобы кто-то деткам рассказал обо всем. Понимаешь? И уж лучше это будет, буду я. Так смягчится удар. Так, скорее всего, они на заднем дворе. Все норм, да норм все. Эй, хапа, зонт не жмет? Слушай, я теперь сидеть ровно не могу. По-моему, очень тихо, да? Подумайте, пора взрослеть. Да, ну сколько на моем стриме? Я уже стримлю пару лет, грубо говоря. Год с половиной, полтора года. Люди, которые пришли на мой стрим 12-летний, уже все закончилось половое созревание. Доша, иди, это мои. Так, ну что, разговариваем с готами. А это кто? This area is strictly for goth kids. What's this? Join the kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play dungeons and douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, okay. If you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then, maybe we'll consider hanging out with you. Письмо к мелким готам. Так, мне надо переодеться. Я не конформист. Джоша, иди отсюда. Завоюй доверие готов. Раздобудь сигарет, купи кофе. Купи готичную одежду. Купи готичные перчатки. Купи готичную шляпу. Доверие готов. Кстати, смотрите, у меня растут эти штуки. No matter what. Теперь игра тихо. Хорошо. Блин, нет. Да блин, было походу нормально.
Так. Так, мне надо вновь в магаз. Речь погромче. Диалоги же. Так. Где мы можем? Нам нужен... Так, ну, понятное дело, что поехали сразу к Джимбачу. Тима! О, здесь чин покамона. Завоевываем. На, здесь. Окей. Брокколи. Сбиваем людей. Ах ты слабо. На тебе. Эльфы, мать их. С эльфами не деремся. Last cigarette. You guys got more? Yeah, we just stole a fresh pack. Not the girl kind again. Так, мне нужно. Yeah, they're slibs. Smoke too if you're such a big bad apple. Не то. Они, интересно, взорвутся? Нет. Деремся здесь. Сразу деремся. Так, способности. Так, показывайте их параметры. 302. Проныра куряга. Окей. Уязвим. Так, Кенни. Способности, которые... О, Энсенира, растопчи вражеский ряд, проехав по противнику верхом на волшебном единороге. Это сочет на торге на рогов. АД как можно чаще. Поет песню. АД как можно чаще. Сбавься от них. О, молодец. 188, пронера куряга. Последний боец. Как больно-то, а. Давай я тебе... Я считаю, что это теперь персональным. Поэтому сейчас я буду бить тебя сильно елдаком правой кнопкой. На тебе. Вот так вот. По-моему, я все правильно понимаю. Лутаем сишки. Изи. О, джигал козе по 7 левел. Нифига себе. Так. Значит, мы нашли сигареты. Нам нужно кофе. Кофе, наверное, продается просто в магазине. В Изёвом. Бар, коктейл. А, кофе, о господи, у Твика. Я что туплю. Находим штуку по ежаку или едем к Твику. Use it to Баттерса. Жопу. Не-не-не. Так, Твик, к Твику за кофе. Канализация, охота на крученную жизнь, вестник Южного парка. Где Твик? Твик где-то здесь. Где кофейня Твика? Вот тут вот по улице должна быть. О, вот сюда. Поехали. Этот черный кофе весьма сильный. Во. Поехали к Твику. Ульту Кенни. Не было возможности, ребята. Так, здесь попробуем. Не то. Пока не работает никак. Free Wi-Fi hotspot. Одежду. Одежду я тоже принесу. Так, мне нужно. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield, ready for harvest. Сильная обжарка от братьев Твик.
Эта насыщенная кофейная смесь заполнит зияющую пустоту твоей души, порожденную существованием всех этих тупых хипстеров. Это оно. Sorry, I've already got friends. Тик здесь? Не тут. Где шарахается? Так, хорошо. Теперь нам нужна готическая одежда, готическая шляпа. Твою мать, эльфа. Ладно, делать ничего, но... Hey, there he is! New kid! New kid! The Elf King has requested your presence. You can either come quietly, or you can fight. But I warn you, fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time, and you might as well skip it and just come with us. There is no way you can win, and fighting us will be a complete waste of time. Are you sure you want to fight? Okay, let's get this over with. Так. Способности. Положим, что проща Давида. 300, 406. Wait, whose turn is it? Так. Эльфийский священник. Сначала священника выгашиваем. Ah! 271 в ярости. Этот вообще умер. Изи. Так, способности. Прожать ряд, да? Секунду. Ты можешь любой ряд выбрать, да? Let's go, asshole. Три атаки. Не-не-не. Давай, вот эта штука. АД как можно чаще. И за ней ультубаторсами пожалею. Сейчас, хорошо. Кровотечение, эти вообще убежали. Атака отражена. В жопку. Маленькому. Зазубренный стрел. Окей. Эльфийский лучник, он скончается скоро. Так, очки и силы. Обрезаем. Армура вообще потеряна, тьма. Кенни, работаешь по лучнику, я думаю. Изи лучник. Замораживаешь атака, с блоком профейлил. Но он уже все. Ой, я это не отметил этого во внимание. Извините, пожалуйста. Так. Кенни, откорми меня, пожалуйста, идиота. Здесь чё? Вот поменяться напарниками. Баттерс. Баттерс изи. И в задницу тебе. Don't get angry. Баттерс лучше всех. Привет, хапач. А, кстати, у Баттерса полная мана. Вол! Вот это грязище. Баттерс бежит злого против Бессера Хауса и выполняет случайно разрушительную атаку. Погнали. Все в твоих руках. Армор, мантия хаоса. Надежная защита. Вау, 9-9. Баттерс, ты отвратительная имба. Я знал, что ты... Дикий демон. О, господи, я опять забыл, что я... Баттерс просто демон. Господи. We tried to warn you, it was useless, but you just had to go and try and fight. Let's go. Господи, это нечестно. Я победил. Я просто дал молотком по голове. Так, это Эльвин Кинг. А кто это? Кайл! А, понятно. Как я сразу не догадался. Я-то думаю, где?
Я-то думаю, где Кайл и Стэн? Они просто... You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating. And acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carmen's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do it. Честно говоря, я больше хочу за Кайла и Стэна играть. We'll tell everyone you're a butthole. Alone Kingdom. I'm sending our best ranger to help guide you. The bard is also at your disposal now. Стэн, приятель, разблокирован. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Великанша, я знаю, кто это такая, это его сестра. Сестра, сестра или мама. Точно вам говорю, сестра или мама. Иди домой к Стэну, точно сестра. 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 She-Ogre это брала. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic. Мы евреи. If I only had a flute. My Facebook says the ranger might be selling one. You know where the ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Магические песни, новое задание. То есть я все теперь на эльфов работаю. Я, кстати, за. May trust you, but that doesn't mean I have to. О, нормально. Нашивка эльфийская. Так, подожди, я хочу эльфийскую нашивку посмотреть. Да пофигу, просто покажи мне. Изменить. Покажи мне эльфийскую нашивку. Увеличим максимальный запас здоровья на 5%. У-у-у. А какие у меня там дальнобойные атаки? Наносят больше урона. И 7 брони. Слушай, а нашивка-то это классная, но только ее некуда пихать. Королевство темных лесных эльфов. Тимми. О, Тимми за шпаргалка. Прикольно. Что он сказал? Фаста за Тимми, да? Блин. Блин, Тимми офигенный. Великолепный просто. У тебя классная прическа. Спасибо, братан. Фаста за Тимми. Господи, это истерика! Боже, они так хорошо продумали эту игру. Они... Сценаристы гении. Если... А это, собственно, два вот этих пацана и... Два этих пацана, вот этот, Трей Паркер и Мэтт... Или как их зовут? Трей Паркер и Мэтт Стоун? Нет, это не они. Два вот этих мужика, которые делают South Park. Это они же, да, сценарий написали? Они просто гении галимые. То есть, как бы, они, конечно, уровень фекальности просто шкалит. Но они гении. Они так все продумали. Игра просто как влитая играется. Просто вот как лучше не придумаешь. Тут как бы был вариант сделать шедевр по игре, они сделали его, это офигеть. Просто вне всяких сомнений, такая пятюнька. Сходи на ферму в амбар. О, бард со мной? Я могу выбирать, да? Так, хочу, значит, в инвентаре. Группа. Значит, со мной есть бард. Джимми. Стэн. Не, Баттерс, конечно, самый крутой. Хотя надо попробовать новых. Ладно, пока с бардом хожу. Посмотрю, что он дает. Там Терренс и Филипп идет. О, это, собственно, мы дома у Кайла. Они были консультанты. Ну, тут, знаешь, такая длань чувствуется. Go Cows. Окей. Окей. Чубака. Слушайте, это такое ощущение, что здесь какая-то мини-игра интересная будет завязана на этих шкафах. О. Фрегарет Диккенсон. The Clue of the Broken Blade. The Hardly Boys. Фредерик Диккенсон. Слушайте, есть подозрение, что это... Гарри Поттер? Нет.
Может быть, Том Сойер. Мне вряд ли. Хрен его знает. Это отсылки. Левиоса. Да, вот. Тоже я на их роже увидел и подумал, что это реально ключ от гаража Брахмоса. Изи. О, кстати, а где маленький сын, который kick the baby? Так. Kick the baby. Угри. Набор Хэнки. В туалет не хочу. Я уже, я не пользуюсь этой гадостью. Так, ладно, побежали. В гараж Брафловски, а потом... Лёша, даже не пытайся стоять мою пиццу. О, на тебе. Папка Кайла. Так. Большой сундук. Баки Кайла. Маленький магнит, осмотр. Получает 20% больше денег. Господи, и тут они по евреям прошлись. Ужас. А, забрать все. Чин покамон. Стигмата. Так. Стэн же недалеко живет, да? Мы находимся здесь, великанша. Идем сначала к Стэну. Значит, гасим великаншу. Скиллы прокачай, на дерево лезь. Сейчас, подожди. Так, лезем к Стэну. Гасим ее. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. Она не хочет с ним драться. Who the fuck are you? Так, может быть, это не сестра. Они говорят, что такое? Скиллы прокачай, на дерево влезь. Так, подождите. Джей. Великанша. Да... И приготовься вместе со... Ага, давайте сначала к сыну зайдем тогда. Сцена дома нет. Сегодня допоздна? О, в Корсу. Тут такая, такая хитяра. Так, может быть, он на кухне сидит? Или на заднем дворе? Проверим. Блин, Стэн. Стэна выбери союзники. Господи, я такой дурачок. Хорошо. Так, во-первых, способности, доступно новое обновление. Идеальное выполнение устрашит всех ближайших, делает их почти беззащитными. Это обязательно юзаем. И в инвентаре моя группа, выбираем Стэна. Окей. Меня парня как орал. Демон. Я думаю, мы его очень изи разнесем. Так, во-первых, смотрим, что это за статы. 5000 просто хп и все. Мы начинаем с того течения. Hello? Как я, правда, женщину обрезаю, но это уже совсем другая история. Второе кровотечение. Метка смерти. Я не знаю, что дает метка смерти. Значит, Стэн запускает смертоносный диск у врага. Диск может поражать несколько врагов одного за другим. Вращающий меч Стэн наносит поражение нескольким врагам. Это... А он просто вояка, он просто воин. Меч Стэна. Понимаете? Ну, давайте тогда просто... Нажми левую, когда увидишь вспышку. Одна атака, 215. Ярость месячных. Что-то как-то слабенько. Так, ну все, мы ее подрезали. А, подожди, давайте еще кровотечение повесим. Ну, просто... Еще кидается, да, 5 кровотечения. Скорее всего, он уже будет по полтосу просто терять. Давайте посмотрим на обилки Стэна. Почему нет? Диск мощи и ураганный спор. Диск мощи. АД. АД и левая кнопка мыши. 177 от шпаба. Вишневая бомба. Господи, это отвратительно. Да она тампон кинула, что ли? Какая грязь, твою мать. Какая грязища, господи, боже мой.
Боже, ребята, ну надо же иметь вообще совесть. Господи. Ребята. Ой, стыдно, надо было, кстати, лечить. Защита хромает. Ой-ой-ой. Я совсем не прав. Предметы, воскрешающий эликсир. Так, вот, откидываем. Откидываем, пацана. Способности. Стэна еще способности испытает. Не-не-не, меньше Стэна просто лучше. Хотя, знаешь, Стэн, пошел-ка ты вон. Конечно же, Баттерса. Баттерс силач. Next! Next! Well, what are we waiting for? No, 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 no. Так, значит, ты просто спокойно гаси. В принципе, у нее 2500 может быть. Ну давай, ладно, через W. Двести сорок семь. Слушай, ну много, конечно. И магии задамажил, да? Так, Healing Touch. А метка смерти. Это у как бы у каждого есть своя вот эта абилка. Это быстрое действие, да? То есть, блин, я дурачок. Надо смотреть, что это дает. Так, Баттерс, давай. Я видел твою ульту, она дикая. Поехали. Профессор Хаусенба, шторм. 500 урона. Имба. Просто имба. Так. 850. Так. Healing Touch не надо. Так, сейчас, подожди. На самом деле, давайте посменимся. А как ты Стэн... Стэн выхиленный будет? О, Hamburgers, типа он играет. I am Stan Marshwalker, brother of wolves and badgers. Стэн, гуляющий по болоту. Так, пробуем метку смерти. Значит, подмога. Это моя спецспособность. Мне не надо. Сколько ты не убьешь? Убьет. А, пропуск. Пропуска нет. Пропуска нет. Пропуска нет, уважаемые. Take my iPhone again, and I shall bring justice swifter yet. Get out of my room. Подмогу покажи. Да подмогу это одноразовая била, я не хочу жрать подмогу. I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Стэн добавляется, друзья. Изи. Так, эльф. Хорошо. Хорошо. Так, здесь мы, кстати, были уже. Так, мне Шадрат говорил про какое-то дерево. На какое-то дерево залезь. Что это, наркоман? Пс. Бродли, ой. Ладно, хрен с тобой. Так, хорошо. Нам надо раздобыть одежду. Собственно, вот оно. Подмога не одноразовая. Ставь гагу. Какую гагу? Как это не одноразовая? Там же написано, один раз можно призвать мистера Кима. Так, блин, где Тимми? Тимми, ну пожалуйста. О, Тимми. Я, кстати, здесь не установил хрень. Мне надо куда-то здесь установить. Сейчас, подождите. Для Элгора. С пачками дерьмом значок. Один в день. Это второй день. То есть я уже могу второй раз воспользоваться. Фак. Было прожать. Надо было прожать, уважаемые. Совсем я слабенький. Так, здесь я в прошлый раз был. Я хочу зайти лезть на крышу. Мне надо для Элгора сделать квест. Квест.
все, хорош. Это то, что я зафулил в прошлый раз. Одежда для годов. Возвращайтесь к Элгору. Это сделаем. Так, поехали. Вот он. Собственно, у нас здесь есть магазин. А, Тима! Тима офигенный, господи. Так, self-storage. Не, ну я помню, как туда пролезть. О, лол, у тебя есть шмотки. Ну-ка, бомжа. Парик Эмма. Никому не дано понять твою боль, но этот парик мог бы купить. Идеально. Шикарно. Так, это хорошо. А, снаряжение. Костюм Гота. Шляпа Гота. Перчатки Гота. Все это покупаем. Купить. Повышение индивидуальности при оскорблении других. Минус 20 от харизмы. Тоскливая. Ошибки, осколок пивной бутылки. Получается, при атаке ближнего боя. Да, пусть будет, просто лежит нашивка. Парика моя, я хочу выводить сразу. Так. Это все. Подожди, стой. Эти штуки покупаем, а то они не копятся нифига. Теперь копятся. Хорош. Так. Так, чего мы не взяли? Кофе взяли, одежду взяли. И значит, идем Готэм. Так, скажи Элгору, что все сенсоры на местах. О, кстати, Элгор прям тут. Погнали к Элгору. Подводку купи. Элгор, ты тут тусишь? Все, челмедедесин квест. Good job, Junior Algorian! With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot man-bear pig readings! Come with me! I must put this data in the data man-bear pig base. Ключ от склада Элгора. Цель... Возвращайся к Элгору. Доберись до базы Элгора. Без подводки? Что вы обманываете меня? Так, секунду. Черная подводка под глазами. Где ее взять? Может, у бомжа? Косметика. Черная подводка. Лол, вот она. Ребята, вы гениальны. Переоденься сперва. Да, на месте переоденусь. Тима! Тиме офигенный. Так. Значит, одежда. Солнцезащитные очки, это не надо. Черная подводка. Сделали черную подводку. Значит, пейсы. Иди два. Я их... А, все, я их могу отключить, они у меня автоматически вешаются. Черная подводка. Угу. Так, здесь породка. Ее убираем. Нам же надо соответствовать целиком полностью. Парик Эмма. Черная подводка. Костюм Гота. Шляпа Гота. Перчатки Гота. Я, по идее, все сделал. Полетели. Господи, какое классное. Мог уже охоту выполнить было во всех четырех местах.
Oh joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and take this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Все готы с седоками. Ну да, с розовенькими такими. Хватит жрать, бро. Так, подожди, стой. Так, я не понял нифига. У меня же здесь квест. А, господи, парк комьюнити центр. Откуда на бас? Мне казалось, что он в школе. Школьник — это не возраст или обидное слово, это состояние души. Butter's got a horrible snuggie over there. Have you tried Three Brothers Coffee? There. I think I'll it's terrible, it out. But for some reason I... It isn't right, I tell you! Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time! Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Resume soon? Okay. Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Opa. Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on, let's go! Come on! Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. You've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Господи, боже мой. Как проблема родительского комитета. Господи, боже мой. Господи, боже мой. Господи, боже мой, Стэнли, Рэнди Марш. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Ой. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Так. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Я понял, это типа подкат. Hi, cha! See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the Sneaky Squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. О, господи. You see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Господи. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. А как им управлять?
No, you're not forming it right. Imagine you're chewing bubblegum with your butthole. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Какая грязь. Ты троллишь меня, что ли, машина? Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Провал, нажми левую кнопку. Leaky, it needs more surface tension. Подтекает, господи. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Подождите. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Behind me. Leaky, it needs more surface tension. Surface tension. Look, let me show you again. О боже. Pay special attention to the viscosity. О боже, что ты делаешь, демон? Как ты им управляешь? Я могу настроить пожестче. Но как ты им управляешь? Он за мышкой летит? Не отпускай. Я не отпускаю. Oh, hey guys. Oh, Mr. Mackey. Now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Kia! Господи боже. Very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. Господи, no matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right. Господи, боже, какая грязища. Господи, боже. Проникни на строительную площадку Taco Bell. Господи, боже мой. Господи. Так. Где Taco Bell? Где так строительная площадка Taco Bell? Ага, вот все понятно. Так, доедем до туда. Да прибудет с тобой сила, господи, это грязь вообще. Поехали. Поехали в Taco Bell. У капитана нашего, господи, это просто так. Надо, кстати, не забыть нормально одеться. Сейчас мне подводка не нужна. Так, инвентарь. С пушками у меня все нормально. Так, все. Все у меня в порядке, способности. Окей. Да, это никакой не... Да, кунесунцамер Taco Bell. Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. Посчитай твиттер. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's gonna open in a few weeks. Thank you. Ну, как-нибудь, если будем проходить мимо. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Well, is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, okay. Isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Господи, ну и нонсенс. Mark? Господи. Господи, боже. Поговорите, господи, боже. Да подожди, дай ты мне. Голик. Я обобрал его? Так, F. Так, подожди, это...
Нет, подожди, а как выбирать ванючара? F. Так. Это же такое безумие. Так. Так, используешь... Подожди. Так, а как переключать? Q? Нет, не на Q, на E. Вот, на E. Шептун. Когда будет достигнуть нужного места, нажми левую кнопку мыши, чтобы взорвать его. Господи, боже мой. Боже. О, боже. This place doesn't really look like a Taco Bell. Так. Так, подожди, я что-то не зову. О, это я зря сделал. Сейчас поднимет штуку эту? Нет, не поднимет. Я его мог там за это. Господи, боже мой. Так, нам нужен ключ. Я могу на него напасть? Давай на него нападу. Мага. Нельзя так. Окей, я понял тебя. What was that? Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks, thank you. Don't you know any way to get past people? Так. Так. What was that? Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks, thank you. Я слабенький. Хорошо, сейчас. Торопишься, Александр Вячеславович, торопишься, давай. Делай красиво. Я понимаю, что это South Park. О. Я понимаю, что это South Park. И кажется, что все плохо. Так, значит, есть. О. Так, опа. Братан, сейчас подожди, если это сработает, это будет круто. Я, кстати, вижу, что там наверху еще телепортаторка. Попробуем еще потом ею воспользоваться, если не получится. Так, Г. Ага. Так, подальше. Надо попасть по нему раз. I'm being stalked by a beaver family. То есть он сказал, меня преследует семья бобров. А, таймер, окей. Окей. Так. Да дубина. Так, хорошо, здесь мы больше не. Так, хорошо. Дислокатор. Ментальный. А Стэн так умеет? Умеет! Каменный молот седьмой. Окей. Рев дракона. Так, давайте посмотрим на каменный молот. Каменный молот 7 левел, я уже могу... Ого, у тебя урон. Ну ты точно уменьшает количество щитов на 3, вау! Вот это...